Всем здравия. У нас на ремонте белый приор. Надо кое-что потихонечку подремонтировать. С утечки смотрел. Подтеки найти. И что-то гремит. Выясняем, ремонтируем. Как обычно. Так, приора заехала. А, говорит, что-то стучит. Говорит, как будто сзади. Однако. Это передний. Спереди тебя слева стучит. Пружина лопнула. Вон. Как бы показать. Да, он видно, вот он, вот он. Вот он как здесь оторвался. Специально это поднял вторую сторону посмотреть и так далее. Вот с левой, с правой стороны. Ничего не двигается. Пружина вон стоит как надо. То есть, обломила виток. Походу давно, кстати. Как он что не замечал, не знаю. Ну, пацан ездит. Видимо, до стука до всего пофиг. В общем, раз проблема. Вторая, он мне присылал видос, и у него вытекло что-то прям, вытекло. Я полез смотреть, что потекло, потому что сверху вот смотрю, ну, вроде как ничего такого не видно, ничего страшного. Уровни, притом, все уровни на месте. Даже в коробке сейчас проверю уровень, в двигателе. Все там уровень. Однако, залазим вниз и наблюдаем, что потекла, походу, коробка. В районе пятой передачи. Сейчас хочу ключиком проверить, протянут или все. Ну, пусть на камеру. Затянут или нет. Сразу. Ну-ка. Затянуто. Я думаю, все затянуты. Сколько ездил, да, все затянуто. И дребезжит какая-то защита. А дребезжит посмотрел, что достает до коробки. То есть еще подушка, скорее всего, просела. Сейчас буду смотреть, какая вот эта вот подушка просевшая. Похоже, вот это все-таки. Потому что здесь, например, вот это держит подушка. И типа все. Ни сзади нету подушки. Ни здесь. Так, надо разбираться, потому что я не помню. У них должна быть то ли задняя еще там стоять подушка, то ли здесь вот передняя. Я не помню. Ну, на десятке, по крайней мере, по-моему. Так, а вот на приоре, я сейчас уже не вспомню. У них, по-моему, какой-то подушки нету. Может, это все причины, потому что нагрузка сейчас вот на одну единственную подушку идет большая. Поэтому просаживается быстро. Ну так, скажем, быстрый ликбез по ней. Сейчас мы выясняем, что да как. Дальше. Забираю тут потихоньку сапун. Вот. Пропускал. Что-то чуть-чуть что-то дымило слева. Но сначала надо поменять сапун, потому что большая утечка мешает. Посмотрите. Так, что-то и тут все какие-то сопли, не понятно, все сверху вроде течет. Ладно, главное, защиту снял, и хочу добраться вот этот. Вот из-под корпуса. Так что надо снять будет корпус, поменять прокладку, и, скорее всего, на место, да и все. Это касательно подтеков. Хотя мне интересно, почему перестало течь. Но при этом масло уровня есть. Ну, сейчас солю, в любом случае, посмотрю, замерю. Что непонятно, пощупаю, есть масло. Странно, непонятно. В общем, а по пружинам добро дали. Меняйте пару, как говорится. Процесс потихонечку идет. Решил снять всю стойку, сэкономить ему развал. Ну что, вроде... Да, конечно, я проверю еще стойки, но вроде к ним не было претензий. Вот, как говорится, вот он обломался. И еще у нас... Сейчас вот так держу. И не могу прокрутить. У нас... Блять, клинит. Ну, чуть-чуть двигается. Клинит опорный. Так что опорный и пружины. Да, немало ему выйдет по бабкам, конечно. Но, говорится, все предупреждалось. Скрыли крышку задней передачи, ну, пятой передачи. Так. У нас на месте все есть. А, мы не можем понять, что, где это, что это. Если мы знали, что это. Короче, непонятно, никаких следов нету откуда. Точнее как, по контуру все есть следы масла. Но как, почему, непонятно. Все тут на герметике, все тут на месте. В общем, взяли комплект прокладок. Надеюсь, это он. Если он, то ставим прокладку на место. И все, я не знаю, что это, что можно тут сделать. Все там было протянуто. Дальше купил тут запчасти на подвеску. Но буду менять. Буду менять одну пока, потому что уже по запчастям больше пятака. А делать надо обе стороны, делаем пока одну, так скажем, бюджетно, а дальше будем разбираться.
все собираю. Так, статичный фон с голосом будет, потому что, как всегда, пока приордел, забыл доснять. В общем, все собрали, машина уехала, все протянуто, как положено, и так далее. Клиент пару дней уже прошло, не звонит, значит, все с ней в порядке, потому что, так скажем, мой постоянный передос, понятно, что уже несколько раз делали. Так что вот такая концовочка будет на фоне пола. Приор уехал, все в порядке, все сделано.